садимся, кто лепит, кто рисует. Егор, давай ты порисуешь. Чем занять детей? Этот вопрос Алена Малицкая задает себе неустанно. У нее их четверо. Старший уже подросток, а вот троих младших нужно как-то развлекать. Раньше много времени занимали прогулки, но дым внес коррективы. Сама Алена астматик со стажем и старается лишний раз даже окна не открывать. А капли для носа и глаз держит под рукой. Девушка говорит, конечно, мальчишки понимают, что на улице происходит что-то нездоровое, но бьющий через край детской энергии требуется выход. Сколько можно просидеть вот так в закрытой квартире? Подумываем о приобретении какого-то очистителя воздуха, вот уже который год думаем, но просто когда смотришь там, ну дорого, конечно, дорогое удовольствие. То есть сейчас, получается, нужно платить за воздух, за чистый воздух тоже нужно платить. Алена говорит, сейчас даже короткое пребывание на улице вызывает першение в горле, кашель и слезоточивость. Ей вторят и другие жители Красноярска. Испорченный дымом воздух изрядно подпортил самочувствие. Бабушка, дедушка вообще из дома не выходят. Потому что тяжело прямо. И вот мы с ребенком гуляем, конечно, тяжело. Он начинает голова болеть. Страдаем мы тут, да и все от этого дыма. И кашель, и глаза болят, и все. Ну, плохо, конечно. Ну, а что сделаешь? В организме копоть такая, неприятные, значит, такие, ну, во рту ощущения. Ну, не знаю, как объяснить. Горечь какая-то. Врачи пока не фиксируют наплыва пациентов с обострениями заболеваний органов дыхания. И напоминают, что беречься нужно и здоровым людям, и особенно хроническим больным. Больным с бронхиальной астмой, с хронической отвратительной болезнью легких, может быть, есть необходимость увеличить дозы их обычных препаратов противовоспалительных. Но это тоже надо решать индивидуально. Не бегать, не прыгать, не таскать тяжести, не работать пенсионерам на даче, задыхаясь и обливаясь потом. Как только в Красноярск пришел смог, Роспотребнадзор заявил, что от пребывания на улице лучше воздержаться. Но что интересно, на детей это, кажется, распространяется лишь отчасти. При неблагоприятных метеоусловиях первой степени прогулки в детских садах не запрещены, а лишь ограничены по времени. Вместо полутора часов младшая и ясельная группы гуляют по 15-20 минут, старшая – около получаса. Немало неприятностей дым принес пассажирам самолетов. Рейсы на вылет один за другим отменялись и задерживались. Аэропорт Красноярска из-за смога не мог принять часть прибывающих самолетов, а их отправляли в другие города, например, Барнаул. Среди пассажиров одного из таких рейсов оказалась наша коллега Полина Каминская. Она рассказала, что им пришлось прождать больше 2 часов. Здесь сели еще рейсов, наверное, 6, может быть, даже 7. Кто-то собирается в Брат, кто-то в другие города, кто-то в Абакан. Ну, пока людей очень много, не помещаются все. Буквально там сидят кто-то на полу, кто где, кто просто стоит, потому что мест столько нет. И в итоге вот сейчас уже нам назначили время вылета, но другие люди все еще сидят здесь. Ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время. В Якутии только за последние 3 суток площадь пожаров увеличилась на 1 000 000 гектаров. Анна Московских, Иван Дорофеев, Максим Галат, Енисей, новости.